Пойди сюда. Слушаюсь. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, так много-то. Отец, прости меня, угрызение совести, сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу, в хранилище. Хочешь причалить? Я вижу что-то внизу. Куда пойдем? Как все прошло в крепости? Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. «Для смазки!» — сказал он. Я не стал просить его вернуть. Эй, Синдри, мы кое-что нашли. Броню? О, надеюсь, что это броня. О, путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? За дело! Сильно здоровье! Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Красный лыб.
великолепно! Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так. Не берите в голову. Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую. Праведного гнева? И на это? Тоже еще. Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить?
Эй, Синдри, ты знаком с Мимиром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. О, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. Что вы снова здесь ищете? Мы нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. Ха, меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. Он подлый ублюдок, но мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему. Я рад, что мы вернулись. Этот вор недостоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать.
Неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амилы? На память о добром друге Синдри. Я так тронут. Хорошо. Делу. Набери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Хочешь здесь высадиться? Гульвейк, ты слишком рано покинула этот мир. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвейк зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвейк воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвейк не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали 3 кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвейк вознаградит тебя. Резец уже рядом, за этими вратами. Я готов! Солдаты! Ура! Тёрнель! Ура!
ее души. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по ищи, сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Это за резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Очень большого резца. Ну вот, ничего не вышло. Рума! Брат, гляди, кристалл снова сияет. Боюсь, заперта магией.
О, отличный ход. Спасибо. Его идея. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Волшебный замок. Я что-то вижу наверху. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Читай. Слушаюсь. Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Остывшая смола мирового древа. Удачно. Рома! Есть!
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Интересно, что там? Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Молодец.
Это было нечто. Этот... бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но... на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Плохого не посоветую. Ведь было что-то еще. Рома! Так что там за идея? Угадаешь? Наверняка не столкнулся с тобой. Но как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Куда? В этот дом? Да. Внутри придется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Yeah!
Мимир, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Еще кристалл. Что теперь?
вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Рума! Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. А-а-а, я понял. Хорошо. Развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. Дальше. Держись. А, все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. Обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Сын, сюда. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим, ясно? Вар, Сумар, Хауст.
Не вышло, но в маминой песне было так. Вот. Ветур, вар, сумар, хауст. Не вышло, но в маминой песне было так. Напиши. Ветур, сумар, вар, хауст. Неа, неправильно.